Завтра часть проспекта Ивана Яковлева в Чебоксарах перекроют на 6 дней. С 15 по 20 февраля там будут проводиться ремонтные работы. Реконструкция коснется участка от пересечения проспекта с улицы Ашмарина до рынка Хивель. Дорожники планируют провести работы по укладке 8 пересечек для устройства футляров, ливневой канализации, газопровода, водопровода и электрокабеля. Эти пересечки невозможно сделать без ограничения движения. Работы начнутся завтра в 7 часов утра. Администрация города просит автомобилистов заранее планировать свои маршруты. Пути объезда возможны по существующей улично-дорожной сети, то есть это выезд на трассу М7 по Варнаровскому шоссе, а также по Канавскому с разворотом с улицы Роза-Люксембург между тросовым ограждением, которое расположено на Канавскому шоссе, и рынком Хейла, то есть до места производства работы. Это вот по Ашмарина, Айзмана? Если объезжать из центральной части города, то да, то есть движение будет осуществляться по Егерскому бульвару, улице Орлова и улице